Во дворце спорта в Видное прошел ответный матч 1/4 финала чемпионата России по баскетболу. Команда «Спарта НК» принимала «Энергию» из города Иваново. Путевка в полуфинал премьер-лиги снова досталась сильнейшим, рассказывает наш корреспондент Галина Житкова. Видновская команда «Спарта НК» постоянно радует болельщиков своими победами на спортивном олимпе. Новый сезон 2013-го – не исключение. Легенда мирового баскетбола – основной претендент на золотые медали чемпионата России. Мы будем болеть за наш клуб. У нас хороший клуб. Хотелось бы, конечно, ребятам пожелать удачи на этом матче, как, собственно, на всех остальных и на следующих. Это уже вторая встреча в серии «Спарта НК» с «Ивановской энергией». Выездной поединок закончился абсолютной победой видновских спортсменок. Очередная игра может стать решающей на пути полуфинал чемпионата России. Это должна получиться очень красивая, важная игра. Сегодня. Точные, быстрые и результативные передачи помогли игрокам «Спарта НК» снова одержать победу. Матч закончился со счетом 96-43. Самыми результативными стали Изабель Якубу и Наталья Виеру, набравшие по 16 очков. Спортсменки получили досрочную путевку в полуфинал престижных национальных соревнований. Матчи полуфинала состоятся 13, 16 и при необходимости 19 апреля. Один из соперников уже известен. Это клуб «Надежда» из Оренбурга. Галина Житкова, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.